Теперь официально. В Сургутском районе прошла церемония инаугурации избранных глав двух поселений. Руководителем администрации Барсова вновь стал Вячеслав Поздняков. В день выборов 11 сентября за него свои голоса отдали больше 88% от числа тех, кто пришел на избирательный участок. По традиции глава принял присягу, пообещав соблюдать законы страны, региона, муниципалитета, устав поселения и работать на благо жителей Барсова. Благодаря командной работе. Команда Сургутского района, благодаря личному участию главы Сургутского района Андрея Александровича Трубецкого к развитию каждого поселения, Барсова в том числе, благодаря каждой структуре администрации Сургутского района, благодаря работе главы и администрации поселения, благодаря общественникам и, самое главное, команда – это, конечно, жители поселения. Если бы не поддержка жителей, многого чего бы не произошло. В этот же день в должность вступил избранный глава Белого Яра. Им по результатам голосования стал Валерий Лупырь с результатом более 78%. Ранее чиновник занимал должность заместителя директора Департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района. Теперь ему предстоит руководить поселением. В Белом Яру, напомню, долгое время не было полноценного начальника администрации. С назначением избранного главу поздравил руководитель Сургутского района Андрей Трубецкой. Хочу поблагодарить Валерия Валентиновича за смелость. Надеюсь, его желание послужить Белому Яру, белоярцам осознанное. Работа сложная, должность, как говорят, расстрельная. Денег в бюджете мало, а полномочий много. Но что хочу сказать, вы однозначно не один. Район рядом, район готов слышать, помогать. Поэтому и я лично, и вся администрация района настроена на конструктивное взаимодействие, на результативную работу с администрацией городского поселения Белый Яр. Я рад, что в поселке наконец-то появился глава полноценный.